Трактор Синтай XT244, это 24-сильный трактор, полноприводный. Трактор имеет бортовые редуктора, 24-сильный мотор и панорамную кабину, утепленную панорамную кабину. Данный трактор интересен тем, что он самый недорогой из сегмента с кабиной тракторов. Стоимость его можете уточнить у менеджеров. Про двигатель рассказывать ничего не буду. Это стандартный мотор АКМ-385БТ, дизельный, трехцилиндровый. Интересен трактор кабина. Кабина панорамная, с большими дверьми, очень хороший доступ в кабину. И, соответственно, здесь ровный пол. Это очень привлекает тем, что здесь никаких выступов, ничего на полу нету. Вот. Очень большое расстояние у оператора. Сиденье подпружиненное. Заднее стекло открывается. Все органы управления разнесены по обоим сторонам. То есть из органов управления прям по-быстрому это справа. 4 скорости вперед, 1 назад. Рычаг находится справа, отведен под правую руку. По левую руку пониженная повышенная передача. А по левую руку здесь же включение переднего моста. По правую руку включение ВОМа и переключение скоростей ВОМа под левую руку. Управление задней навеской под правую руку. Здесь же ручной газ. И что самое интересное, здесь в базе поставляется с двухсекционной базе распределитель еще дополнительно. В данном случае на этом тракторе подключили через него отвал. То есть на подъем-опускание и на поворот. Из кабины можно отметить, что здесь очень хорошо расположены дефлекторы. Их здесь несколько штук. Два дуют на лобовое стекло, один дефлектор назад. И эти можно их повернуть прямо на оператора. Их 4 штуки. Магнитолы есть. Из органов управления печкой все они наверху находятся. Как стеклоочиститель, так и печкой. Ничего ногами не включаете, да и, собственно, ничего здесь не мешает. Кабина, еще раз повторюсь, просторная. Также имеется рычаг блокировки, жесткой блокировки задних колес. Педальный узел подвесной. И минимальное количество всяких таких технологических отверстий, в отличие от других тракторов. Очень удобно расстояние от руля до, скажем, до регулировки до сидения. Кабина, имеется шторка. Шторка закрывает больше, чем пол стекла. Мотор стеклоочистителя находится в доступе. Очень просторно, очень широко. Ничего нигде не мешает. В общем-то, еще раз повторюсь, этот трактор самый недорогой. Что из интересного еще здесь в этом тракторе, то это хорошее освещение. На крыше спереди две фары, сзади две фары. Хорошее освещение дальнего и ближнего света. Вот габариты светят. Воздушный фильтр, труба воздушного фильтра, заборник поднятый чуть выше левого бокового зеркала, что очень немаловажно, он не будет глотать в пыльную погоду и в пыльную где-то работу пыль из-под колеса. То есть это очень большой плюс. Большой плюс в доступе заливная горловина, пластиковый бак, также не будет скапливаться никакого конденсата. Трактор поставляется в базе с грузами. В данном случае задние груза на колесах стоят, а впереди не стоят, потому что установлен отвал. Отвал гидроповоротный установлен, ширина отвала 1,80 м. Это цилиндр на подъем-опускание, это на гидроповорот. Очень крепко сделанный отвал, зацепленный. В базе трактор идет прямо по правую руку. С правой стороны два насоса инша, один на ГУР, второй на заднюю навеску. Сзади, если зайдем сзади на трактор, стандартная трехточечная навеска. Вот она, стандартная трехточечная навеска. Шестишлицевой вал отбора мощности на две скорости 540 и 1000 оборотов. Здесь прицепное же устройство. И кабина так сделана, высоко поднята. Она на резиновых подушках, эта кабина. То есть она гасит вибрацию. И все в доступе вообще. Ничего здесь не скомкано, не скрюлено. Как-то вот все подлазить можно. То есть можно спокойно закрыть запорный клапан на заднюю навеску. Можно спокойно дотянуться и обслужить, вытащить гидравлический фильтр. Долить масло в гидросистему. Все в доступе. Очень интересный аппарат. Рекомендуем. XT244.